Письма и рисунки с пометкой российскому бойцу из Карачаево-Черкесии вскоре попадут в руки тем, кто отстаивает интересы Родины на Украине. Школьники станицы Зеленчукской решили поддержать военных и росгвардейцев. Альбина Курочинова-Кенджева подробнее. Четвероклассники первой школы станицы Зеленчукской кропотливо, красивым почерком пишут свои послания военным. Я написал свое письмо для того, чтобы нашим солдатам не было страшно в бою. В ближайшее время весточки дойдут тем, кто сегодня, как никто другой, нуждается в поддержке. Хоть дети и не знают, в руки какого бойца попадут их письма, но понимают, насколько это важно помочь настроить и сохранить боевой дух. Чтобы солдаты знали, что я и моя семья переживают за них, чтобы мы знаем, что им сейчас тяжело, но мы их ждем живыми и здоровыми. Основной посыл всех пожеланий военным и росгвардейцам, чтобы каждый из них с победой вернулся домой. Сами дети считают, что солдатам на передовой приходится не сладко, поэтому важно получать теплые послания от земляков. У всех у них остались дома родители, жены, дети, и каждый из них мечтает поскорее обнять своего бойца дома, у родного очага. Альбина Курочинова-Кенджева, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукская.